Герои неба. Павел Кутахов, дважды Герой Советского Союза, летчик-истребитель, впоследствии крупный военачальник. Начинал службу в одном из полков Ленинградского военного округа. В конце 30-х годов принимал участие в боевых действиях в Финляндии. За этот период совершил 31 вылет. Стал одним из первых советских авиаторов, освоивших американский истребитель «Аэрокобра». Павел Кутахов выработал собственную манеру боя. Он приводил врага в замешательство с помощью неожиданных маневров. Именно так 21 июня 43 года он сбил одного из наиболее результативных немецких асов на севере. Совершил в годы войны 367 боевых вылетов, лично сбил 14 самолетов противника. После победы продолжил военную карьеру, занимал пост главкома ВВС, уделял особое внимание техническому перевооружению авиации. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.